так? Это что за... Что такое вообще? Я не помню. Майя, ты что такое? Леха, что с Майей? Дай откровенный вопрос, Леха, откровенный. Что это такое вообще? Марина, что это такое? А что у тебя с коленями-то, я понять не могу. Я вроде как твой мужчина и не понимаю, что это за синяки. Что это такое? Синяк, мы с Майей упали. Ужас. Что это такое? Фу, так, Злата, это что такое? Я не понял. Жирок? Тебе на вечерок, да? Это нутелка. Фу, ё-моё, вот такие вот девки у нас на островах живут. Что это такое? Так, Элина, это что такое? Это мои ляжки. Ё-моё, я тут думал, девочка с Германии приехала, хотя бы у нее все адекватно. Ну, ё-моё. Ну, вот я и говорю, что это такое? Делаете? Просто крах. Мужчины, приходите. Что это такое? Я не понял. Ёб твою... Ты кто, родной? Это что такое? Это мясо. Ты какой-то большой кусок мяса. Слушай, тебе девочки нужны вообще? Ребятки, всем привет. Погода просто бомба. Смотрите, Марина, маечка, как у меня. А ну прыгай. Давай. Просто нереальный шикарный вид. Честно, я балдею с этого места. Вообще бомба. Да, Мари? Ты балдеешь с этого места? Да. Брат, ты балдеешь с этого места? Брат, бро. Вот тут у нас сейчас будет шикарнейшая поляна. Париж, ты проголодалась? Да, я готова тарелку съесть. Ну, пока тут пустовато, но совсем скоро здесь будет вкусная и неполезная еда. Поэтому, друзья... О, смотрите, какая красота. Просто бомба. Кого напоминает? Совок? Савдеповский совок. Смотрите, какой фонтанчик. Представляете, идете в такой вот тени, тут все так темно, как-то непонятно, света особо нету. И такая вот красота. Фух. Просто кусочек рая, кусочек, я не знаю, нирваны какой-то. Эй, дружок. Дружочек, пирожочек. Дружок. Жарико, вот Алиана сегодня уехала. Скажи мне, пожалуйста, если Габозов начнет подбивать к тебе свои клинья, ты сдашься? Будешь как скала, как ремень? 100%? Тогда нырни в фонтан. Друзья, маза такая. Сейчас нам принесут покушать карбонару и томатный суп на зажарке, но не по нашей просьбе. Вопрос лишь в том, мне изменить своей диете и поесть, или не надо все-таки держаться до конца? Здесь так красиво, я перестаю. Это суп Шанель, это суп Кагуч, а на круче твоя. Навалил дом, а том, а том, как том, на том, на варе, по год за годом, тут на дома. Так, друзья, пожелайте сладких снов моим подписчикам. Светись кострами, синие ночи, мы пионеры. Строим. Любовь, спокойной ночи и доброе утро. Смотря на то, что у нас завтра с утра выезд, ты мне предлагаешь завтра готовить еду, а не сейчас? Нет, я всегда. Может, все-таки лучше завтра или сейчас? Ромашенька. Довольный. Соседи. Привет! Мамая! Ромашенька. Довольный. Соседи. Привет! Мамая! Ко мне пришел? На, ой.
с пальцами оторвешь. Марина. Я не знаю. Марина. А что я скажу? Марина, я не слышу, я не понимаю, что она говорит. Наш завтрак, такая красота, ромашка. Я ведро сейчас это, кому сюда принесет. Смотрите, какая красота. Сегодня у нас хорошая погода. Солнышко. Смотрите, какой уютный басик. Люди купаются. Ромашка моя сидит. Ребята, у нас сегодня шикарный день. Мы сегодня выехали и находимся в шикарном отеле, где так уютно и красиво. Еще хорошая погода. Смотрите, как красиво. Видите, пальмочки кругом. А также тут можно сесть вот за такие уютные столики, взять себе кофе. И вот тут кругом люди любуются на очень красивый океан. Никто, правда, не купается. Все купаются в бассейне. Многие еще просили меня отдельно снять видео океана. Смотрите, какие тут волны. В нашем, кстати, заливе там тишь да гладь, волн нет. А тут прям слышен шум волн. Кто хотел посмотреть, как выглядят отели на Сейшелах, в основном они все вот такие открытые. Нет никаких крытых зданий. Все на свежем воздухе. Вот там завтрак. Вот так вот. Я Сейшик. Мы сегодня, кстати, с Ромашкой надели одинаковые баскетбольные майки. Он вам позже свою покажет. Он сейчас решил вздремнуть. А я тут хожу, вам снимаю. Вот так, короче, выглядят господа отдыхающие, которые приехали на океан. Все спят. Никому не интересен океан, никому не интересен бассейн. Майя вообще решила себе одеяло сделать. Смотрите, тут отель сделан в таком стиле, как советские времена. Года 80-е, я помню, в фильмах такие были стульчики. Посмотрите. Как будто того времени нашего российского, хотя отель современный. Уже девочка не плачет, тебя обниму, мои плечи. Так, друзья, пожелайте сладких снов моим подписчикам. Светись кострами, синие ночи, мы пионеры, строим любовь, спокойной ночи и доброе утро. Целуем в плечи, до скорой встречи.